Такі навчання ми проводимо неодноразово. Сьогодні було задіяно нас дві механізованих, дві танкових роти, мінометна батарея, батарея протитанкових керованих ракет і батарея, протитанкова батарея МТ-12 «Рапіра». Було відроблено так називаємо двостороннє учення. Использовали систему «Туча» для маскировки. Также были использованы холостые боеприпасы для обозначения ведения огня и поражения сил и средств противника. Сьогодні залучалася рота, яка була набрана з навчальних центрів. Ми відпрацюємо всю тематику, і коли вона відпрацює повністю, буде використовуватися вже безпосередньо в бойових порядках. Произошло вклинение противника танковых подразделений в линию обороны и потом проведение непосредственно контратаки при поддержке танкового подразделения и возобновление переднего края наших позиций. Такі практичні заняття потрібні завжди, щоб особовий склад завжди підтримував себе в бойовій готовності і практичні навички вдосконалював свої. Парни почувствовали себе то, что они востребованы, убедились еще раз в своих силах, что они знают, что навыки не утрачены и в любой момент готовы выполнить поставленную задачу. У ребят есть искорка в глазах, желание, стремление к этому, чему-то научиться и показать себя, что он настоящий мужчина, а не кто-то там другой. Я уверен в том, что наши хлопцы после таких навчань відбьют любой напад противника. Кто более творческий, подходит к этому, более творчески умеет применить боевой устав, тот и побеждает.